Решение об отзыве лицензии у банка «Народный кредит» принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижением размера капитала ниже минимального значения. Как пояснил регулятор, банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, в связи с чем в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов с 1 октября агентство по страхованию вкладов выполняло функцию временной администрации «Народного кредита». Выплаты пострадавшим вкладчикам, чьи вклады подпадают под действие закона о страховании вкладов, начнутся не позднее 23 октября. Напомним, что ранее в этом же здании на курорте работал коммерческий банк «Сочи». Он также прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии в 2008 году.